И всем привет, дорогие друзья, с вами снова Вось, и сегодня мы будем обзывать ту игру, которая не выходит из головы, и это одна из недооцененных, не знаю почему, и малопосещаемых игр. И в данной игре я сейчас и нахожусь. Эта игра называется Street Culture. Мало кто знает о ней, мало кто посещает. Ну, в общем, мы разберем эту игру по частям, все ее плюсы и минусы. И, ну, в общем, погнали. Что ж, начнем, конечно же, мы с плюсов. И это... обширная карта. Да-да, вы не ослышались. Это обширная карта. В данной игре есть несколько разновидностей, точнее, несколько локаций. Это сейчас вот пустыня, где я сейчас нахожусь. Второе. Это город. Мы сейчас как раз к нему и таки и подъедем. Мне, кстати, вот очень нравится дизайн этих ламп, но пользы от них никакой. Как вы сами видели, там в туннеле света не было. Ну вот мы уже практически подъехали к городу. Название пока что неизвестно. Как видите, я тут один. Никого нет. Город такой... более-менее... количество деталей умеренное. Нормально. А вот тут бывают такие моменты, что... без фар автомобиль просто выглядит вот так. Жутко, да? Мне тоже. Вторая локация. Это туристический остров, если таковым его можно назвать. Потому что... хоть и там... хоть и там и стоят разные отели. Отели, здания, но в них толком зайти через дверь не получится. Эти здания просто стоят как декорация. Ничего не придают. Да и сам интерьер тоже пустой. И третье достоинство — это, конечно же, автопарк. Автопарк, конечно же, тут довольно-таки большой. Сейчас сами все увидите. Первый автосалон — это стандартный. Вот сейчас как раз-таки уехал от него. И подъеду к нему. Надеюсь, вы сами уже видели, какой он. Довольно-таки обычный. В нем всего лишь три авто. Ну вот. Как-то так. Шевели. Если... я как-то неправильно произнес. Напишите в комментариях, как. Второе. Ниссанчик. 240. И тут обычно сзади, на задних фарах пишут там 180, 200, SX и так далее. А вот тут такого поворота мы не ожидали.
И, конечно же, Альфа Ромео. Естественно, это все стандартные автомобили. И едут они довольно-таки, ну, не так быстро. Все автомобили просто показывать я не буду. Затягивать. Просто видео затягивать не хочется. И походу с плюсами мы закончили. Теперь переходим к минусам. Как бы печально это не хотелось бы. И вот что сразу бросается в глаза, это детализация. Ну, минусом это назвать полноценной нельзя, но вот смотрите, допустим, хочу залезть в тачку. Я нажимаю кнопку мыши по двери, но она не открывается. То же самое с капотом, с багажником и так далее. По логике игры, ты просто так заходишь, и все, ты внутри. В принципе, игра, она заброшена на бета-стадии. То есть прошла альфу, пре-альфу и остановилась на бета. Дальше разработчик этой игры, или же 6А2, просто забросил на эту игру и переключился на другую. Тоже свою игру, но полностью перестал поддерживать ее. Хотя все-таки пишут, что там обновлено там неделю назад, все такое. Но что-то я обновлений не вижу. Да, еще один плюс. Это, конечно же, освещение. Сразу видно, как оно хорошо проработано. Особенно восход и закат. Ночью ничего таки особо, но особого нет. Типа лунный свет и тому подобное. Видите, тут еще до сих пор никто не пришел. Автор тут очень много напичкал, извините за выражение, этих значков, ну или секретных локаций. В надежде, что это как-то займет игроков. Но нет. Большинство из этих локаций просто невозможно найти. Я везде тут искал. И под мостом, и за ящиками, всю карту обследовал. Так, о чем там я говорил? А, да. Еще один минус, который я говорил в начале, это освещение. Но уже в тоннелях. Как бы сам дизайн хорош, да, согласен, но пользы от него никакой. И еще одна вещь, которая очень-таки расстраивает игрока, это тюнинг. Да, тюнинг или в коей мере покраска. Как видите, я заехал в гараж для покраски авто, но нифига не могу покрасить. Даже интерфейс не высовывается. Ну и, конечно же, это заунывная музыка. Я сейчас ее выключил из-за авторских прав, чтобы YouTube не убирал мои ролики или не заглушал их. В общем, как-то так. Ставьте лайки, подписывайтесь и всем пока!